Всем привет, девчонки! Наконец-то у меня появилось хорошее настроение и возможность минут 20-30 свободного, чтобы снять для вас ролик. Под предыдущим видео мне кто-то написал из девчонок, что «О, я не ожидала увидеть это видео, вы же вроде с нами попрощались». Но я еще раз повторяю, загляните в комментарии и спасибо каждому за поддержку. Пусть редко, но метко, я все равно буду иногда выстреливать, делиться. И, кстати, если такая небольшая затравочка, я еще сделала дополнительный заказ в «Золотом яблоке», и в следующем видео я соберусь и сниму для вас новинки, которые были у меня месяца за 3-4 последние, поэтому ожидайте, девчонки, ожидайте. Итак, сегодня я еще в хорошем, прекрасном настроении, потому что я поняла, что я могу обойтись без Дайсона. Я делала кудри, девчонки. Кстати, в запрещенной сети я выложила. Это очень легко, просто. И, как вы видите, это работает. Поэтому можно сэкономить 75 тысяч кармани. Ладно, давайте начнем. Средства, которые у меня закончились, я вам покажу свои, так сказать, какие-то любимцы, которые у меня теперь остались, я их обязательно повторю, и какие-то, да, вот именно отзывы на средства, уже мной использованные. Первое, которое точно я повторю, и я уже вам советовала и в телеграм-канале, обязательно подписывайтесь, кстати, туда. Всегда вперед я туда что-то выкладываю, именно то, что прям очень понравилось, либо то, что я могу вам посоветовать, либо то, чего точно нужно уберечься. Возможно, точно буду там почаще, чем и сейчас находилась, потому что зима у меня выдалась довольно сложная. Ладно, не будем отступать от темы. Но, в общем, вот этот вот спрей 15 в одном, Name Skin Care, это вообще бюджетное средство, там 450-480 рублей. Хватает его довольно надолго, 200 миллилитров. Он чем-то похож на обычный, знаете, такой вот спрей Олен, да, вот который для распрыскивания, чтобы легче расчесывать волосы после мытья, чтобы они были с блеском, вот так вот мягенькие, и под фен, под брашем подходила. Под горячие инструменты нет, но вот защита от именно обычного такого горячего воздуха, фена, и если щеткой мы пользуемся, то, конечно, ок, все хватит. Очень могу вам советовать от всей души, это реально классная штука, вот я серьезно вам говорю. Вот он у меня закончился, и я поняла, что этот несмываемый крем-спрей мне нужен еще, потому что, например, вот Олин, он похож по действию, но он, вроде цена, да, в сегменте в этом же, но он вот именно, девчонки, знаете, дает этот эффект, когда чуть-чуть может слегка как будто бы липковатость эту, да, вот давать. Если вы переборщите, он, возможно, слишком их потутяжелит, особенно натуральные волосы, склонные вот к этой пористости и электризации волос. А вот этот, он как-то так все-все-все мигом смягчает. Он прям дает расчески, прям проскользнуть по волосам. И он вот круто, на нем даже вот фен-щетка, вот когда вы используете брас-щетку, она не застревает. И, в принципе, волос потом безумно блестящий. Я тоже, опять же, в запрещенной сети выкладывала результат. Поэтому мне очень нравится. И я вам рекомендую, и 100% сама еще раз приобрету. Дальше, от Geomar. GMR, как правильно, вот этот вот скраб. Да, классный такой сахарный скраб, он, если не ошибаюсь, не солевой, но он дает такой вот очень приятный аромат использования, как мед такой с сахаром, и вот кожа безумно мягкая, хорошо смывается в ванне, не оставляет следов. Да, за эту цену это хороший скраб для тела. Прекрасно очищает, и самое главное, опять же, я говорю, главный плюс это то, что не пересушивает. Кстати, в следующем ролике я вам еще покажу, чем я пользуюсь для тела, что я использую именно как, я вообще мылом моюсь, но просто покажу вам свои фавориты, которые мне были подарены на Новый год, и я для себя открыла новое средство, которым вот я сейчас моюсь, и мне очень-очень сильно нравится. Далее, следующие два средства для волос, вот такие, как-то я вам в покупках их показывала, тоже все названия продиктую, продублирую под видео в инфобоксе, заглядывайте. Это с яблочным уксусом, вот такой вот у нас получается кондиционер для волос корейский. Очень классный, волосы прям блестящие, мягкие, плотненькие такие. А вот этот вот шампунь, он с другой линейки, но с пшеницей. Супер мягкие прочищенные волосы, с блеском, рассыпчатые. Кожу головы не пересушивает, длину не высушивает. Круто работает с другими марками вместе. Но вот эта вот парочка прямо таз. Брала я их подружки. Далее следующее, что у меня тут еще есть. Это вот такой вот тоже лосьон увлажняющий Хадалаба. Больше, наверное, пока его не приобрету на будущее. Да, неплохой, но за эту стоимость можно найти даже чуть дешевле, рублей на 300. Более эффективный. В следующем видео я вам обязательно покажу,
при этом сэкономив и более экономично он будет расходоваться, потому что этот довольно быстро уходит. И, возможно, на ком-то будет даже иногда липкость чувствоваться на какой-то коже. Поэтому это такое средство хорошее, работающее, но, возможно, не всем понравится. Боже, извините, что я так шумлю, но просто я реально как бы все равно тороплюсь. Даже вот эти 20-30 минут для меня это уже. Дальше. От Лимани вот такой вот кушон. Классное средство. Обожаю. Вот все уже закончилось под ноль. Вот здесь вот такая технология. Зеркало, так все вот открывается. Может быть, есть сменные блоки, но я не хочу заморачиваться с этим, потому что все же кушон на ежедневный образ жизни для меня не очень удобно, потому что, да, он легко вроде все разносится, но вот надо потрудиться его оттуда вот как-то выжимать, и много средств забирается в сам спонж, и надо потрудиться, чтобы вот как бы так выровнять, да, тоном. Но на самом деле, если выделить на это время, потрудиться, то он очень дает натуральный подсвечивающий эффект. Я вам очень его советую, если кто любит кушоны, это точно прям must-have. SPF 35 содержит вот такое название. Стайл кавер, да, он реально устойчивый, но при этом в течение дня вы его не чувствуете на лице, он классный. Далее, следующее. Сейчас вот такая вот маска противовоспалительная, но она как после закрытия депиляции на лице, но я ее использовала просто в обычной такой повседневной жизни. Она на глиняной основе, это у нас Депилатач. Я вроде бы ее на Валбер заказывала, если не ошибаюсь. В общем, сейчас будет отсвечивать, вот. Она такая плотненькая, ну, такая кремово-глиняная. Надолго ее очень хватит. Я прям не знаю, сколько она, наверное, в течение года была. Такая она, знаете, прям... Вот, запах нейтральный, он не противный, ничего. Можно там 15-20 минут с ней хоть в душе, хоть просто после душа посидеть. И она дает такой вот ровный тон кожи, убирает воспалительные элементы, успокаивает ее, почищает. Очень понравилась. Хорошая маска. Ну, я бы за эти деньги, наверное, сейчас на смену взяла бы не ее повторно, а, наверное, какую-то видно альгинатную на эти деньги. Поэтому, ну, плюс-минус, понимаете, по стоимости рублей 700 с чем-то, 800. Дальше, вот такая Skin Food, корейская тоже марка у нас. Это H White, это маска отбеливающая для пор она. Вот такая вот. Здесь яички такие нарисованы. Ну, в общем, не открыть. Ладно, не буду парочка щекать руки. В общем, девчонки, наносится очень плотная, туго разносится по лицу. Ее надо немного. Хватит ее на миллион лет. И вы как бы нанося ее, при этом на коже она у вас сидит, пока воздействует минут 10 где-то максимум. Это больше и не надо, даже иногда минут 7. Вы чувствуете, что вот кожа такая слегка как будто начинает ее она вот стягивать, знаете. Иногда даже ее можно только просто на Т-зону. Пор очищает классно. Подстягивает это все, такой эффект, как будто бы она кожу собирает воедино. Ну классно, мне понравилось. Далее, следующее, это вот такой Вигрин с экстрактом риса, умывалка, увлажняющий эффект, осветляющий, смягчающий, не сушит. Но единственный минус, долго не буду о ней рассказывать, она классная. Если найдете, советую к приобретению, но ее сложно достать в России. Вообще Вигрин хорошая косметика, это веган Корея, но они, у них очень хорошие составы, они антиаллергенные, гипоаллергенные, как сказать. Вот сейчас у многих склонна, да, такая кожа к такой фигне, поэтому в этом плане она работает вот прямо для нашего такого контингента отлично. Дальше, от Axis, это тоже Корея, как видите, у меня много Кореи. Барьер шок, или как правильно назвать, это такая ампула, сыворотка ампульная, редко ее наносила, но она дает коже вот именно, когда она там раздражена, превоспалена, после морозов даже она хорошо работает, в ней центелла азиатская содержится и очень еще какая-то одна кислота, не буду врать, но мне очень понравилось, как она дает результат на самом деле, как будто уплотняет кожу, укрепляет ее. Вот такой вот от Лимане старичок у меня тут завалялся. Все выкидываю, конечно, там уже срок прошел. Хороший CC крем от Лимане. Я не знаю, продается он сейчас, нет. Но я думаю, многие его знают. Это такой фаворит у многих. Далее, девчонки, вот такой вот от Бентон. Это ферментированный крем для кожи вокруг глаз скорее. Знаете, я могу сказать, что он хорошо увлажняет, он не дает образовываться мимическим морщинкам, то есть он дает пролонгированный эффект. Наверное, бы приобрела его снова, если ничего не найду такого, что, может быть, захочется объем побольше и по выгоднее по цене.
Классный вариант. Далее, следующее. Вот такая вот миниатюрка. Ну, это не миниатюрка, это такой объем 150 мл. От Cosmetseftica, это наш производитель Санкт-Петербург, лосьон для снятия макияжа. Щипит глаза, это его минус, поэтому даже о нем рассказывать не хочу. И может подсушивать кожу вокруг глаз. Поэтому, ну, такое удовольствие. Не все кремовые и вообще текстуры, там, карандаши для глаз хорошо снимал. Поэтому не могу рекомендовать. Облепиховый скраб для кожи головы Natura Siberica. Вот, для всех типов волос. Многим нравится, многие на нем сидят. Говорят, такая бюджетная хорошая штука. Я скажу так, застревает в волосах, трудно вымывать. Это главный минус. С ним нужно повозиться. Ну и плюс, я все равно не ощущаю от него именно того скрабирования, которое может дать. Пусть подороже на рублей 300-400, но хорошие такие аналоги, даже у тех же корейцев. Поверьте мне, есть намного лучше средства. Попробуйте, сравните с чем-то, и вы поймете, что эффект лучше. Кожу не стягивает, не сушит после использования, в отличие от Natura Siberica. Далее, с прополисом. Вот такой вот у нас идет Skin Food. Это сыворотка. Как она мне понравилась, девчонки. У кого нет аллергии, у кого нет реакции вот на мед, хотя у меня иногда может сработать, и то эта сыворотка не вызвала такой реакции. Посмотрите, какое красивое оформление. Вы знаете, так круто успокаивает кожу. Ну какая она мягкая, с ней становится увлажненная. Подходила под любой крем идеально. Дальше, сыворотка гель-лифтинг для кожи, лица и декольте. Я использовала на шею и сюда. Просто увлажняет. Сильно, честно не говоря, ничего не заметила. Это тоже от Cosmetseftica Санкт-Петербург. Так, далее. Еще давайте что-то одно покажу и... Остальное оставлю еще на другие пустые баночки, потому что поснимаю вам ролики. Далее, Шисейда, вот такая пудра, все, выкидываю ее. Это была пудра у меня матирующая, компактная, с SPF 10, B20, Natural оттенок. Такой идет спонжик, и вот она у меня почти до конца. Очень хорошая пудра, но если с ней переборщить, может быть заметно на лице. Поэтому с ней вот так очень широкой, такой пушистой кистью бы и пользоваться. Я не знаю, есть ли она в продаже, вот такая она двойная, чем-то на Max Factor похожа, как раньше была. Но прям вот снова бы я ее повторять не стала, потому что я уже ушла от этого эффекта, когда у меня была жирная, пористая кожа, тут все блестело. Но это, честно скажу, еще возраст и неправильный уход был. Ошибки мои были, я очень ее сушила, поэтому она такой была. Я это сейчас все понимаю. И вот тогда она, да, работала круто. Она давала эффект такой вот, как будто бы у меня лицо даже в размерах уменьшалось, я вам честно скажу. И выглядела так вот живо и такая хорошая. Она не так прям незаметна на лице, но вот нужно пушистой кистью. Но вот сейчас бы я ее не купила, потому что сейчас более другой эффект я хочу от пудры. Как раз вот я сейчас в выборе какой-то хочется сияющий, либо максовый повторить вот эту... как она, Skin Natural, Skin Finish Natural, как вот она, которая с подсвечиванием была у меня, Medium Plus, вот она классная. Не знаю, многие шик советуют, но что-то вот мне шик как-то такое вот подозрение, что меня все равно она не устроит, я лучше еще сверху добавлю, возьму MAC. Не знаю, вот посоветуйтесь с подсвечиванием и внутренним таким, чтобы вот она такая была, да, вот как таким классным хайлайтсом работала вот на все лицо и была незаметна и так далее. Что у меня с ушами, девчонки? В общем, вот такие у меня кудри сегодня, я так рада. Вот, тоже можете, если хотите, в следующем видео с вами поделюсь. Пишите свои вопросы, свои отзывы на средства, которые вы сейчас посмотрели. Обязательно мы с вами увидимся в следующих видео. Всем здоровья и всем пока-пока!